16 декабря отмечается День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Это памятная дата для каждого жителя Тверской области, для ветеранов и детей войны особенно. На одном из самых перспективных и крупных предприятий, на ЗАО «Калининская», в канун этой даты состоялась экскурсия для пожилых людей. Об этом рассказывает наш корреспондент. Давняя традиция ЗАО «Калининская» – проводить экскурсии по молочному производству для жителей и гостей Твери. Накануне здесь побывали дети войны, представители различных общественных ветеранских организаций. Встречу посвятили важному событию. 16 декабря Верхневолжье отмечает День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Более 20 лет у нас традиция, встречаем ветеранов войны, детей войны. Ну, мы считаем, что мы, как молодое поколение, действительно с честью и достоинством это делаем и действительно гордимся этим. В рамках экскурсии гостям показали, как создаются вкусные и экологически полезные продукты, качество которых признано на федеральном уровне. Гости увидели, как работает автоматизированная линия, разливающая молоко и кефир. Все оборудование, задействованное в производстве, отечественное. Лишь за час линия способна заполнить до 3000 бутылок. Благодаря усилению мощности предприятие перерабатывает в течение одного дня свыше 15 тонн свежей качественной молочной продукции. Я молодой специалист, работаю здесь не так давно. То есть меня здесь все устраивает, работается отлично. Наша продукция очень нравится людям, за продукцией, за качеством мы следим. И, конечно, гости побывали на современной ферме. Сейчас здесь находится 2700 коров, 1300 из них дают более 40 тонн молока ежедневно. Доят на предприятии коров 3 раза в день. Автоматизированное управление делает этот процесс наиболее эффективным, безопасным и энергоемким. Красота и только! Я вообще удивляюсь, как так можно держать чистоте в такой? Порядок, коровки ухоженные. Естественно, такое молоко и молочную продукцию рекомендую всем. Столько много продукции всякой навезено со всего света. Но лучше, чем ЗАО «Калининская». Я не видела и не пробовала. ЗАО «Калининская» – это предприятие с богатой более чем столетней историей. Главным богатством всегда оставались люди. Здесь заботятся о сотрудниках в частности и о старшем поколении в целом. А завершилась экскурсия праздничным столом и концертом.